Привет, новый зайка. Привет. Как ты, Оль, хочешь его назвать? Тик. Тик? Не знаю, почему, но мне в голову пришло имя Тик. Да? Как и Робик мне тоже в голову пришло. Приходило, да? Мы много-много имен, да, пересмотрели? И больше тебе нравится такое, да? Тик, да? Тик-тик-тик-тик. Хотя это... такой интересный зайка. И если ты его позвать тик-тик-тик-тик-тик. Тик-тик-тик-тик-тик. Ну, то да. Будет его имя. Тик-тик-тик-тик. Можно и так. Если у вас какие-то есть интересные имена, то предлагайте. То предлагайте. Да. Еще раз привет. Так что если у вас есть какое-то интересное имя для кролика, мальчика, то присылайте в комментариях, а мы посмотрим, и, может быть, ваш комментарий, ваше имя мы выберем для мальчика. Пока мы еще в таком выборе, да, он начал вот этот вольер грызть, я ему положила веточек вот от яблоньки. Вот. Ну, так, всем пока. Ждем в комментариях имена. Пока-пока. Яблоко утащил.